Детский творческий фестиваль «Ах, Кугершин» стал уже традиционным. В этом году он проходил в 17-й раз. Очень радует, что число участников ежегодно только растет. В этот раз количество детей составило свыше 200. 72 номера получили высокую оценку жюри. Сегодня от имени Акимата города Экибастуза я хочу выразить отдельную, огромную благодарность и человеческий поклон за те добрые дела, которые общественный детский фонд, благотворительный фонд делает для каждой семьи, для каждого особенного ребенка города Экибастуза. И каждый день мы в Акимате проводим прием граждан, населения по различным вопросам. И когда приходят мамочки, когда приходят люди и выражают огромную благодарность фонду, для нас это очень приятно. И мы со своей стороны ощущаем поддержку не только местных государственных органов, но и людей, не безразличных друг к другу. Спасибо всем огромное. По результатам оценок жюри гран-при Наталья Владимировна вручила учащемуся 19-й специальной школы Айдосу Салиеву. При фестивале творчества «Ах, Кугершин» вручается Салиеву Айдосу, специальная коррекционная школа номер 19. Не забыли организаторы отдельно отметить и самых юных участников. Приз в номинации под одноименным названием получила самая маленькая участница, годовалая Айша. Сегодня замечательный праздник. Поздравляю вас всех. Кабурлык, Ах, Кугершин. Это как традиция у нас ежегодная. Также в послании президента год, следующий год, наверное, года молодежи. Молодежи процветания, здоровья. Чтобы наш Экибастузцы всегда были впереди. С новыми проектами, с новыми идеями. Отрадно, что фестиваль, организованный детским общественным фондом «Экибастуз», не перестает существовать, ведь он открывает перед детьми большую дорогу в великий мир искусства.